Заколачивают окна досками и спасают имущество как могут. Английский городок Эшборн перешел на осадное положение из-за футбола. К традиционной игре, происходящей, правда, мало имеет отношения, пожалуй, только мяч. В целом, почти никаких правил. Сколько угодно участников, улицы в качестве поля, а ворота – старые мельницы в разных концах города. Примерно 5 километров по прямой. Так что игра скорее похожа на уличное столпотворение. Накануне команды отыграли первый тайм. Он длился 8 часов. Впереди еще один. К вечеру обещают определить победителя. Yeah.